такая атмосфера царит в автобусах желаний, которые вышли на линию в канун Нового года. Они украшены гирляндами, в них звучат новогодние мелодии, а за рулем Дед Мороз. Пассажиры просто в восторге. Все, кто выходит, практически говорят спасибо за такой автобус, самый красивый. И самому радостно. Автобус нарядили, украшали, думали, как сделать, чтобы более красиво, и чтобы людям всем доставлять удовольствие, радость. Чтобы они ощущали новогодние праздники, Новый год. Снега нету, но ощущения есть новогодние. Новогодний транспорт начал свою работу во всех районах города. На автобусе желаний можно доехать и до Лазаревского, и в Адлер, и в Красную Поляну. А Дед Мороз Манвел Оганесян работает по 87-му маршруту Пластунка-Бытха. В мешке у водителя сегодня не мелочь для выдачи сдачи, а подарки для юных пассажиров. Сочинцы от такой идеи в восторге, но еще больше умиляются гости города, как, например, Манана и Йоханнес Хайль из Германии. Я увидела его, мы подходили к остановке, я говорю, мы в этот только автобус сядем. Обалдеть, настроение вообще чудо просто. Мы приехали издалека, и так приятно, у нас так не проходит Новый год, как здесь. Но здесь обалдеть, это настроение, это все. Такой автобус, это вообще шикарно. Спасибо вам большое. Alles Gute, ich wünsche euch alles zum Neujahr, alles Gute. Вообще супер, понравился, да. Такой первый раз вижу, честно, такого раньше не было. Вот, какой-то водитель особенный, походу, попался. Радостно, прям как попали в детство. Спасибо большое за такое утро. Приходится ехать на работу, ну вот настолько скрасил этот рейс. Спасибо. Автобусы желаний запустили на линию и коммерческие автотранспортные предприятия, и муниципальное «Сочи Автотранс». Приятно поздравили людей. Ну, в подарок дарим шоколадки, одним словом. Именные шоколадки «МУП Сочи Автотранс». Вот такая шоколадка каждому пассажиру. Люди реагируют очень хорошо. Ну, нормально все. Люди довольны, автобус весь светится, все хорошо. Очень приятный сюрприз, конечно. Здорово. Такие маленькие сюрпризики поднимают настроение. Очень приятно. Новогодние автобусы будут курсировать по городу до 9 января. Также в преддверии Нового года в Сочи прошли и песенные флешмобы. Пассажиров в автобусах под музыку поздравлял Дед Мороз, но уже со Снегурочкой. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И шоколадки в подарок.